Всем привет, друзья АТБ. Сейчас я немного, как всегда, поскладываю, чтобы было удобнее делать обзор. Так, ребята, новый обзор. Привезли вот такие интересные стаканы по 29 гривен. Не буду вытягивать. Просто гляньте, как они красиво смотрятся в разных цветах. Нежно такой розовый, бирюзовый, фиолетовый и салатовый. Так, 29 гривен. А хочу просто узнать, сколько он... А, 350 миллилитров. Вот такие стаканчики. Так, и такие же, в таких цветах салатники. Тоже в таких же цветах. Бирюзовые, розовые, фиолетовые и салатовые. Так, привезли тарелки Luminark, те, что были в журнале АТБ. Большие тарелки, потом десертные. Так, вытягиваем. Десертные и глубокие. Вот такие тоже в разных цветах идут, ребята, светлые. Такие как зеленка, оливка. Вот такая как оливочка идет. Ой, не вытяну, наверное, или вытяну. Вытяну. Вот в таких зеленых тонах все. Luminark. Luminark — это у нас Франция. Сейчас скажу цены. Недорого, кстати. Так, 44,90 это большая. 42,90 это десертная. И 46,90 это у нас вот эта глубокая тарелка. Так, вот такие интересные кастрюли привезли из нержавеющей стали на 2,8 литра. Знаете, какие они красивые, интересные, да, такие? Аккуратно сделанные. Хотя ручки, я смотрю, что... странно. За ручки не знаю, но сделано красиво. Так, кастрюля на 2,8 литра, 179 гривен, с крышкой идут. Так, потом вот такие большие салатники. Сейчас открою. Ой, гляньте, тут дно цветное идет, видите? То, что в этом журнале я смотрел. А, силиконизированное дно, чтобы не скользил по столу. Интересный такой салатник. А, это не салатник даже, ребят, это миска. Это миска со шкалой уже. Работать с мукой, с тестом, понятно. Я понял, это такая удобная, устойчивая миска, работать хозяюшкам на кухне. Сейчас я скажу, сколько эта миска стоит. Так. $84,90. Много ценников нету, маска мне мешает. $84,90. Много ценников нету на вот этом торце, поэтому бегаю к сканеру и сканирую. А, кстати, ребята, на вот эти салатники тоже ценника нету, и сканер не может просканировать вот этот штрих-код, не бьется. Поэтому, извиняйте, если буду монтировать видео, если не забуду, вставлю цену на салатник. Ну, в журнале есть, на сайте тоже есть, кому интересно, цену можете посмотреть. Хорошая штука вот эта. Так, привезли вот такие ковшики на 1,8 литра, запечатанные, не буду распечатывать. Тоже с крышкой они идут, сейчас я вам скажу цену. Ковш 139, тоже аккуратно сделано, какая-то кастрюля, наверное, одна и та же фирма, да, одна и та же фирма, тоже аккуратно сделаны. Тут ручки уже, видите, ручки хорошо сделаны. Тут как-то так сомневаюсь я в этих ручках на кастрюле. Так, фокус. А здесь хорошо сделано на ковшике ручки. Так, добрые. Потом смотрю я на это сито, ребята. Тоже новое сито, интересное. Открываем, смотрим. Тоже из этой фирмы, наверное. Сейчас я открою. Большое сито. Хорошее сито, гляньте. Тоже такая подставка есть. Устойчивая. На ножках, на трех ножках, с ручкой. Да, тоже аккуратно сделано, из нержавеющей стали. Сейчас я вам скажу цену на это сито. Или как оно правильно называется? Друшлаг. Вот, друшлаг 24 сантиметра, 89,90. Кстати, нашел цену на салатники, вот они спрятались.
все выпадает. 39,90, а стоит вот эти цветные салатники 39,90. Терки четырехсторонние терки. Ну, понятное дело, стандартные, обыкновенные, обыкновенные. Так, сейчас я чуть-чуть подниму. Ну, хотя вы видите, да, четырехсторонняя обыкновенная терка. Ничего нового, это на сыр. Стандартная цена, сейчас я вам скажу, 69,90. Так, в трех цветах, черная, желтая и салатовая. Так, дальше я смотрю вот на эти чашки. Ребята, смотрятся, как будто они железные, знаете, как будто из СССР. Тоже двухцветные, в середине один цвет, а сверху вот такой вот интересный тоже придуманный. Я уже говорил, что очень классно смотрятся двухцветные чашки. Но это керамика идет. Чашка 44 гривны 90 копеек. 360 миллилитров. Так, вижу я в трех цветах. Да, в трех цветах они идут. Салатовый, голубой и розовый. В трех цветах. Форма такая необычная. Интересные чашки. Так, хочу вам показать вот эти вот формы силиконовые. Они уже, кстати, были очень-очень давно. Но опять их привезли на кексы. Можно использовать как для кекса, для хлеба. Тоже в разных цветах они идут. Вот эти формы. И круглые, точно такие же, только круглые. Тоже силиконовые и разные цвета, разные расцветки. Так, сейчас скажу вам цену. Форма силиконовая 59,90. Так, 59,90, это у нас 0,6, это вот это. В принципе, они все на 0,6 заканчиваются. Опять видите, нужно пробивать цену, потому что на одну форму есть цена, а на вторую нету. Тарелка, салфетки. Нужно идти и пробивать. Сейчас пробьем и скажу я вам цену на силиконовые формы. 59,90 квадратные. Они, наверное, все в одну цену, да. И 59,90... Ой, извините. 59,90 круглая в одну цену. И квадратные, и круглые в одну цену. Понятно. Теперь понятно. Так, салфетки, как всегда, эти салфетки у них в магазине есть в полном объеме. 24,90 набор салфеток. 10 штук упаковки. Вешалки привезли. Так, в наборе, сейчас я вам скажу, наверное, 4 вешалки, да? Так, в наборе 3-5. А раньше было по 4. Наверное, другая фирма. 49,90. По 10 гривен получается одна вешалка. Тоже цвета разные, вижу, есть. Так, вот тут спрятался вот такой огромный... Огромная банка для напитков. Диспенсер для напитков с крышкой на 4 литра. С таким краником. Ну, на лето он вообще классно. Сделать мохито. Классная штука. А цену сейчас я вам скажу. Сколько стоит такой диспенсер. Так, набор ковриков из двух штук. Размер 29×43. Это, наверное, против скольжения. Ну, впрочем, кто какой найдет их, найдет применение для них. Так, отсвечивает вот так вот, да? Из двух штук такие. Сейчас я вам покажу расцветки. Так, зеленая, желтый, вот такой насыщенно, прям лимонный. Голубой. И фиолетовый. 39,90. Это получается, ну, сколько, 20 гривен коврик, да? Нормально. Так, дальше я здесь смотрю набор салфеток из микрофибры. Это же какая-то новинка.
3 штуки 44,90, ребята. Смотрите, все разные. Для уборки дома. Я думаю, будут практичны эти салфетки. Практичные они будут для уборки с дома. Для, здесь и для пыли, наверное, и для полироли мебели будет хороший. Наполировать, да? Хороший набор. А, 44,90. Так, труселямбы мужские. 49,90. Кстати, хорошая цена. 44,90. В Ашане не помню. Самые дешевые, кажется, были, я смотрел, то ли 70 гривен, даже если не 70 гривен, ошибаюсь, по акции были. Тоже цвета, цвета и размеры в ассортименте. Кстати, черные тоже есть, да? Есть черные и женские. 44,90. Так, комплект мужской зимней одежды. Это под низ одевать, да? Если вот холодно. Термобелье опять привезли, но сейчас спросом оно пользуется, и поэтому опять довезли. 199 гривен, скидка хорошая. 100% хлопок, это очень-очень хорошо. Так как на тело, на голое тело только 100% хлопок, никакой синтетики. Тоже серые, темно-серые. Носки. Даже женское, я смотрю, завезли. Термобелье, видите, есть даже женское, комплект женское термобелье. Так, носки, носочки детские, женские, 25,90, вот такие теплые даже есть, но они чуть подороже, наверное, идут, с высокой халявой. Так, все падает, я же сложить хочу. 25,90, а вот эти что, действительно 19,90? Сейчас я пробью, скажу вам точно. Женские, 19,90, 40. Да, ребят, по коду смотрю, да, 19,90, я думал, они дороже будут. 19,90. Так, колготки со скидкой, очень хорошая скидка, 55%, 39,90. Фоторамки завезли, 42,90. Вот такие фоторамочки. Размер 21 на 30, с разными этими, с разными цветными рамками. Коричневые, если видите, да. Вот в серебре есть тоже. Так, потом пряжа 80 акрил и 20 бавовна, тоже в разных цветах. Такой, 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 такой. Еще я видел розовый. Вот еще розовый есть. В четырех цветах пряжа здесь. Так, потом я смотрю какие-то подставки с вентилятором под ноутбук. Были по 300, сейчас по 219. Это тоже хорошая такая штука, ребята. А знаете, когда перегревается ноутбук, очень хорошо использовать вот такую подставку. Она на USB, в розетку для ноутбуков. Обязательно себе тоже возьму, когда ноутбук у меня будет. Хорошие вот эти вот штуки. И я вам скажу, что цена тоже очень-очень хорошая. В разных цветах. Синий, серый, зеленый и черный. 219 гривен. Хорошая цена. Так, опять завезли геймпады для смартфонов. Это для тех, кто в игры играет на смартфонах. Вот эти вот хорошие штуки, управлять легче. Ну, понимаете, да? Тут, кто, чем тыкать по смартфону, лучше взять этот геймпад, положить его, вложить его в этот геймпад и так управлять игрой на смартфоне. 94,90. С лампа USB для ноутбука. Тоже хорошая штука. 49 гривен на USB. Прям в ноутбук подключайте, и нам будет светить, подсвечивать. 49 гривен. Так, а это что у нас? Мышка для... А, господи, мышка. Машинка. Машинка для удаления катышек. Но она всегда тоже есть в этом ВТБ, только от разных фирм. На батарейках была. А сейчас я смотрю, опять завезли на USB. Хорошая штука. Тоже удаляет катышки от старых свитерков, на шапках, на шарфиках. Вот эта вот машинка у меня тоже есть. Тоже с разными цветами. Белая, оранжевая и фиолетовая. Сколько она? 99. Скидка 33%. Да, только когда будете
косить свои шарфики, осторожно, можно дырку сделать. А это что такое? Тепловентилятор. Что это такое? Магнит керамика. Понятно. Тепловентилятор разобрали, а это магнит керамика. Гляньте, какой красивый. 19,90 на холодильнике. С балериной. Весенний сад. Летний сад. Короче, разные-разные магниты. Бабушкина закрутка. С помидорами. Ну, в ассортименте. Так. Так, вот это вот 24,90. Убирает лишние запахи в холодильнике. Я просил, чтобы мне в комментариях написали, девочки. Или он хорошая штука, писали, что хорошая штука. Убирает неприятные запахи в холодильнике. Так что я, наверное, себе тоже возьму 24,90. Хорошо. Так, средство против запотевания стекла. Это в машину, то очень хорошая штука. Вот это действительно хорошая штука. Иногда, вот сейчас зимой, стекла запотевают, поэтому, так кажут, безпека по надувсе. 69,90 в спрей и аэрозольных. Валики 34,90. У меня тоже есть. Ну, тут форма, знаете, такая, гляньте, какая интересная. Такая обычная, а вот в этих валиках такая форма интересная. Для очистки вещей своих, особенно черных вещей. Так, на ошейнике для собак 29,90. Кстати, очень бюджетная цена. И разная расцветка. Красные, бирюзовые, синие даже есть. Так, крем... Сила лошади для вен. Тоже писали хозяюшки, что очень-очень хороший этот крем. Крем-гель Сила лошади 44,90. Даже есть вот для суглобов. Для вен и для суглобов. Большая банка, 300 мл. Огромная банка. Возьмете, будет вам ого-го, насколько, наверное, да? Так, здесь у нас Beauty Day, Beauty Vlog. Патчи под глаза по 10,90. Зубная паста Dental. Гляньте, какая большая, огромная, 33,90. Тоже разная, вижу. 250 миллилитров. Так, дальше, набор. Так, набор украшений для волос. Резинки, это эти, как их, господи. Не резинки, а как их называют, эти штучки? Заклепки. Тоже часто бывают, очень-очень разные. Сколько они стоят? 16,90 за две штуки. Так, потом смотрю, так, осторожно, вижу, привезли бальзамы для губ 23,90. Бальзам для губ смягчающий 23,90, я сказал, да. Ромашка и лаванда. Кстати, ребята, я уже не раз говорил, что у меня так трескаются губы на ветру, прям до крови. Бальзам для губ увлажняющий. Облепиха, молоко и облепиха. Интересные такие. Бальзам для губ видновляющий. Мята та ялівець. Бальзам для губ увлажняющий, зволожуючий. Канабис та лимон. Странно. Бальзам для губ відновляючий. Смородина и вишня. Интересные такие штучки. Бальзам для губ захисний, журавлина та мед. Всякий разный. Так, здесь у нас крем-краска для волос. 21,90. Фитолиния. Тапочки. Тапочки комнатные, мужские. 31% скидки. 109 гривен. В ассортименте цвета и в ассортименте размера. Черные, синие и серые, кажется, еще где-то были. Не вижу. Вижу пока что черные и синие. Хорошие тапки. Полотенце. Как всегда, в ассортименте, ребята, полотенечко. Ну вот плохо, что они не запакованы и так вот валяются. Я не знаю, я только что их поскладывал перед этим, как делать обзор. Видите, опять все валяется. 70 на 1,40 м, 129 гривен. Так, вижу, привезли вот эти вот шторки для душа, ну, для ванны. Шторка для ванной комнаты. Уже вместе с этими. Чтобы вам не покупать отдельно. Интересные такие. Расцветки хорошие. Сейчас я вам скажу, сколько стоит. Кстати, очень бюджетная цена. 79,90.
Так, добре. А тут, походу, еще какие-то, да? Или это уже нет, это уже что-то другое. А это скатерти, понятно. Это скатерти, ребята. Девчонки, скатерть. 1,37 на 1,83 м. Тоже в разных цветах. Так, это сюда. Так, красная. Белая с цветочками. Ой, вот это тоже красивая, да? С цветочками. Зеленая, оливковая, как я говорю. Сейчас я вам скажу цену на скатерть. 1,37 м на 1,83 м, 59,90. Добре. Так, а это у нас ключи торцевые были, да? Кажется. Комплект скатерть. Так, капцы, капцы. Комплект для душа. Не вижу цены. Так, сейчас скажу на открутку, выкрутку. Ключ торцевой комбинированный. Сейчас скажу цену. И комплект для душа 109. Вот такой. Уберите, пожалуйста, курточку. Угу. За так, сейчас я скажу цену на этот ключ. 79,90. Ребята, интересные такие маски, гляньте. Для девчонок со стразами. Наверное, новогодние. В новогоднем дизайне. Буду заканчивать видео. Всем большое спасибо за просмотр и за ваши пальцы. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.